Когда поймали немцы француза, американца, русского, к расстрелу приговорили, поставили все, автоматчики стоят. Офицер говорит, мы немцы, гуманная нация. Перед тем, как вас расстрелять, каждый пускай желание. Американец говорит, виски. Тебе, француз говорит, шампанского. А ты, а русский говорит, а я прошу меня, пускай кто-нибудь так ногой позаду даст, хорошо. Немец кивает, мигнул. Подходит, здоровый сосед, как там удастся погон нашему? И тот прямо в эту скалу летит, ударился, обратно отскакивает, на ходу выхватывает автомат у конвоина, вот так, всех перебил. И говорит, братва, бежим! Хотя они все бегут, бегут, и американцы говорят, что ж ты раньше не делал, почему это? Почему? А русский говорит, характер такой на шурке, характер. Нам пока по жопе не дашь, ничего делать не будешь.